нашего с вами любимого телевидения форума. Время журналист. Ваше внимание, чтобы у вас что-то в душе осталось, поговорить за жизнью военачальника. Просмотрев данный проект, получил захватывающее впечатление. Я считаю, тема Великой Отечественной войны и в целом и геноцид белорусского народа важна в наше время. Мы обязаны помнить обо всех мероприятиях, которые происходили в те времена. И данные программы помогают нам не забывать это. Как будто возвращаешься в те времена, ощущаешь на себе всю эту боль, и тебя самого кто-то охватывает холодом и дрожью. Данные кадры очень сильно тронули, потому что хочется сказать, что в наше время стоит все-таки помнить историю прошлого, и не надо ее забывать, как это делают многие другие страны. Стоит напоминать об этом своим детям, посещать такие места, как Хатынь, Тростенец и многие другие мемориальные комплексы. Из двух вышеперечисленных был сам, остался под большим впечатлением от посещения. И, впрочем, все, что хочется сказать, это то, что просто не надо забывать нашу историю.